уважаемые селекционеры, в общем-то, все вопрос-то стоит и о том, чтобы устойчивости к различным патогенам. И если использовать, как говорится, по науке, да, применение биопрепарата вот, в соответствии с севоборотом, с предшественником, вот, с устойчивостью сорта, то здесь выделяется такая серьезная ниша для применения биопрепаратов. Мы применяем биопрепараты. В общем, мы находимся, я чуть-чуть два слова скажу, предприятие мы находимся в Тимашевске, на рынке мы 15 лет. Вот, у нас микробиологическое производство препаратов для животноводства и растениеводства. Это и что касается растениеводства, это биофунгициды, биоинсектициды. Вот, есть инокулянты, в том числе микориза и так далее. Широкий спектр применения препаратов по различным культурам. Значит, ну, основополагающим мы считаем, тем более в нынешних условиях, здесь уже было сказано, что и плодородие у нас, в общем-то, не повышается, а снижается, и животноводство у нас, так сказать, сократилось, и мы не вносим органику, скажем так, а используем в большей степени пожневные остатки. И, как правило, оставляя пожневные остатки, они являются, так сказать, резерватом для накопления, в общем-то, болезней. И наша задача, в общем-то, стоит с самого начала, это для, как мы говорим, оздоровления почвы. То есть нам надо, ну, снизить численность патогенной микрофлоры в почве. То есть разные пути снижения, в том числе вот применение биопрепаратов по пожневным остаткам, которые снижают численность патогенов в почве. Таким образом, улучшает, скажем, потенциал культуры. Следующий момент – это вот обработка семян. Значит, во-первых, обязательно это делать после фитоэкспертизы семян, потому что по головне биопрепараты работают малоэффективно. Вот, хотя есть определенные штаммы, где там достигает эффективность до 40%. Для биологии, для биологического препарата это довольно высокая эффективность по головне. Но вот только, так сказать, получив анализ фитоэкспертизы, тогда уже определяется, чем работать. Биологическим препаратом, химическим протравителем или можно совместно. Ну, совместно это, как правило, в большей степени это будет бациллярный препарат споровый, не исключая штаммы грибные, которые, в общем-то, не выдержат соседства с химическим препаратом и погибнут. Значит, исходя, вот мы с Донгао работаем уже 6 лет, да, там испытывают они разные, так сказать, наши схемы на разных культурах, в том числе и по обработке семян. Но я вот могу сказать, что в этом году по холдингу, да, то есть по этому году чисто урожай, я могу сказать, вот по протравителям, вроде как бы неудобно там называть химические препараты, ну, в том числе здесь есть такие современные, очень продвинутые. Вот хочу сказать, что ни один из химических препаратов урожая выше, чем где мы обрабатывали биологии, нет. Если вот самый, ну, вроде эффективный препарат, химический протравитель 37,8, у нас это 40, есть 42,4, и остальные препараты химического происхождения 37,3, 39,1, 39,3, 31,9, это чисто вот обработка семян. То есть эффективность, сдерживающий фактор здесь у нас это головня, которую надо отслеживать, и мы об этом все время говорим. Без фитоэкспертизы нельзя, так сказать, применять биологию. Биология – это не системные препараты, это контактные препараты, поэтому
Головню мы здесь не уберем. Это вот такие результаты чисто вот по протравителям. Ну и в принципе, вот сколько мы работаем, аккуратно к этому относимся. Как правило, мы говорим, что если вы, у вас запланированные, так сказать, посевы, семенные посевы, знаете, где они у вас будут, вы работаете химическим протравителем, или можно там совместно это делать. Вот. А товарные посевы после фитоэкспертизы обрабатывать биологическими препаратами, ну, как минимум, вы не получите ниже урожая. Вот как минимум, но затраты у вас будут гораздо ниже. Вот они гораздо ниже, то есть с любым химическим протравителем. На наш взгляд, это очень важно в этой части. Ну и что касается остальных обработок, то есть мы работаем и дальше по вегетации, это и совместно с гербицидами, что мы там преследуем. Преследуем это корневые, прикорневые гнили, пятнистости листьев, которые есть в это время. И мы убеждены, и многолетний опыт, так сказать, это подтверждает, что в это время использование химических фунгицидов, ну, практически нет необходимости в этом. Тут биологические препараты великолепно с этим справляются. Значит, есть такое заблуждение, в принципе, когда производственники говорят о том, что ну вот у нас очень сухо, у нас нету влаги, и поэтому ваши препараты работать не будут, то есть они погибнут и так далее, и так далее. Значит, я хочу, ну, я думаю, что знает, в общем-то, большинство, но с учетом того, что вот когда мы вносим, работаем по пожливным остаткам, да, нам обязательно надо заделать почву. Это почвенные микроорганизмы. Почва – это дом родной для них. Поэтому там вот как бы один механизм действия на патогены. Да. Ну, если мы говорим там о траходерме, то это там он гиперпаразит или она. И как бы действует и впрямую, и своими антибиотиками, которые вырабатывает, и плюс ввиду того, что это чистый сапрофит, то есть она питанием является отмершие растительные остатки, которые, в общем-то, забирают это питание и, допустим, фузариозов и так далее. То есть, как бы, снижая развитие патогенной микрофлоры. Когда мы работаем по вегетации, то здесь иной, так сказать, механизм действия на патогенную микрофлору. То есть здесь в большей степени работают у нас метаболиты, антибиотики, которые в данном случае, так сказать, показывают неплохую эффективность. Я хочу сказать, что в принципе то биопрепарат это не стоп-кран. И когда мы об этом говорим, когда идет, так сказать, сильное развитие болезни, тогда мы, то есть должен быть разумный подход. Это не противопоставление, там, допустим, химическим фунгицидам. То есть должно быть разумное применение. Если тут развитие болезни таково, что можно справиться с биологией, то почему бы нет? Как минимум вы здесь затраты значительно снижаете. То есть это вот как бы такой подход. В принципе, у нас я могу по назвать, ну, какие-то результаты, допустим, по Донгау в этом году у нас, ну, практически мы сравнивали со стандартом, это если Максим плюс применяли по обработке семян, а по вегетации работали Амистар и Альдосупер, это как стандартное применение было. То есть в этом вот случае урожайность колебалась, если это полностью, у нас это была полностью биология. То есть в этих опытах мы не променяли. Как правило, в большей степени во влажных зонах мы вторую обработку, колошение или там по флагу листа работаем химическим фунгицидом. Там, где суша, мы справляемся с биологией. Значит, здесь вот как бы разница, ну, допустим, 48,6 биология, 49,7 это химия, вот стандарт. То есть я считаю, что это великолепный результат.
И ну, здесь просто много разных вариантов, разных штаммов, которые мы испытываем. Сергей Борисович, будем разобраться. Да. Все, да? То есть, как бы, должна быть разумность применения биопрепаратов. Это не говорит, что мы там машем шашкой и как бы любой ценой, лишь бы применить препарат и так далее. То есть, учитывая и сорт, учитывая и предшественник, то есть мы добиваемся хороших результатов и, в общем-то, ну, я могу сказать, что в этом году где-то в пределах уже свыше 500 тысяч гектаров, как бы мы работаем. Это не опыты, это не какие там эти самые. То есть, хотя, как правило, мы заходим в хозяйство, начиная с опыта, с производственных испытаний, для того, чтобы специалисты убедились, посмотрели, приняли решение, работать, не работать, эффективно, неэффективно и так далее. Спасибо.